Продолжаем облагораживать ванную комнату. Вот кран, вот такой страшный. Попробуем поменять на вот такой. Чтобы поменять, нам нужно два разводных ключа. Сначала перекрыли воду. Сейчас отсоединю канализационный слив. Или нет? Сначала, ну, чтобы легче было поменять все это, вот это отсоединю, вот эти раковину отсоединю с двух сторон. Вот я сняла мойку вот с этих креплений. И теперь вот здесь вот к трубам соединены эти шланги. Сейчас откручу эти шланги. Нужны усилия, конечно. Но наши ручки-белоручки работу не боятся. Тяжело жить сейчас. Сантехники все самоучки и просят бешеные деньги за свою работу. Вот и приходится так вот пытаться делать что-то самой. Сейчас раковину, мойку переверну и буду раскручивать кран. Ну вот, внутренние конструкции бывают разные, но здесь встретилась вот с такой этой. Я попробую ее вывернуть плоскогубцами. Я стала отламывать это, решила разломать. Чтобы снять вот эту черную, я ее не могла снять сразу. Я взяла нож, нагрела вот этим концом ножа. Нож конец так вот нагрела, прорезала, и таким образом я избавилась вот от этого. Теперь будем в обратном порядке делать, вставлять новый мой этот кран. У этого крана конструкция немножко другая. Вот, у этого крана конструкция другая. Здесь, видите, вот так вот я соединила вот эти. Так, а здесь, а с этой стороны оно закрепляется легче. Вот такую сейчас одену и перекричу ее вот этими двумя гаечками. Вот я вот это установила. Теперь вот ключом на 10 потихоньку вот затяну. Вот эти гаечки затяну, чтобы кран плотно к раковине держался. Ну вот теперь я канализацию отсоединила. И вот эта у меня стойка, вот она, лапка вот эта, стоит отдельно. Теперь вот у меня горячая вода, вот и холодная вода.
Сейчас этих подведу к ним и их буду соединять. Вот. Думаю, что у меня получится. Уже почти все получилось. Самое главное, что кран к мойке присоединила. Сначала на вот эту установила, на эту балду. Это от горячей воды. Я его, а то, что от горячей воды, я его взяла и вот отметила. Вот эту красную взяла, отметила. То, что этот от горячей воды. Вот. Сначала я его просто так вот прикручу рукой. Я делаю не от того, что у меня нету денег, чтобы заплатить, чтобы вызвать. Я это делаю сама, что люди же, как обычно, денег нету, вызвать не можем. Я делаю к тому, что не обязательно мастера вызывать. Мы все, у нас две руки есть. Мы этими руками все сами можем делать. Это наши руки же. Бог их дал нам. Да. Позвать можно всегда. Сделает все хоть кто. Если деньги есть. А если нету денег, что делать? Тем, у кого нету денег. Сядут и сидят. Ждут у моря погоды. Бывают такие места, что не дозовешься сантехника. Нету сантехника. И что сидеть, ждать. Поэтому делаю показать. Что руки человеческие. Все могут делать сами, не надо. И попробуем, откроем. Все. Полилась, родимая. Все, водичка течет. Кран нормальный. Можем? Вот здесь ничего у меня не течет. Вот. В кране вода течет, а с этих ничего у меня не подтекает. Вот так.